Друзья, всем привет! Я спешу к вам с нашими замечательными новинками. Итак, с 28 октября у нас действует вот такой 16-й каталог. Здесь очень много новинок, он просто пестрит новинками. И я прямо меня разрывает, я так хочу с вами поделиться. Ну, давайте я вам сейчас покажу вот так вот быстренько. Посмотрите, сколько это здесь новинок. Это еще у нас не все новинки. Я буду сейчас рассказывать, показывать вам и еще говорить про те новинки, которых здесь нет. Итак, друзья, в самом начале каталога, на странице 3, вы увидите, как всегда, нашу обновленную серию «Зима», которую Faberlic всегда выпускает именно к зиме. Это фантастическая серия, которую я просто рекомендую покупать всем. И я хочу обратить ваше внимание, что у нас, кроме привычных нам средств, если вы давно Faberlic, вы, наверное, знаете, что у нас всегда выпускается ультрапитательный крем универсальный для всех частей тела, крем для лица, вот такой чудесный, самый лучший бальзам для губ. Лучшего бальзама я еще не пробовала. Он содержит у нас масла, которые хорошо увлажняют кожу, питают ее и отлично защищают от внешних воздействий. И, конечно, я хочу обратить ваше внимание, что у нас появляется согревающий крем для ног. Вот он у меня. Посмотрите, вот так вот он выглядит. Вот такой красивый, с таким интересным оформлением. И здесь у нас в составе имбирь, камфора и перец. То есть это три таких компонента, которые будут согревать ваши ножки. Представьте, вы пришли с мороза, у вас замерзли ноги, вы намазали себя вот этим вот замечательным кремом, надели теплые носочки и лежите, греетесь, согреваетесь и балдеете. А также у нас появляется такой сос-бальзам для кожи. Посмотрите, вот такой вот он тоже красивый. Вот так вот он у нас выглядит, в такой вот он у нас баночке. Он у нас подходит для всей семьи, для особо сухих участков кожи. Это у нас локти, губы, не знаю, колени. Все, что у вас очень сильно сохнет и то, что, например, у вас немножко подмерзло. Запаха нету никакого у этого сос-бальзама. Здесь у нас 15 мл. И я очень всем настоятельно советую его купить. Также в этой серии у нас есть крем-концентрат для рук, вот такой, вот он у меня в руках. Тоже советую всегда его покупать зимой. Почему? Потому что без него не рекомендую выходить на улицу вообще. Вы знаете, он фантастически защищает руки от всяких внешних воздействий. И даже если вы вдруг забыли перчатки или там варежки, но у вас на руках есть этот крем зима, то вы можете быть уверены в том, что вашим ручкам ничего не станет, даже на улице, если будет очень сильно морозно. Итак, друзья, хочу показать вам вот такую серию «Я люблю зиму». Все, кто в компании, давно помнят, что в прошлом году тоже была похожая серия, но с другими ароматами. Она была в таком бежевом у нас цвете, в этот раз она в таком фиолетово-бирюзовом. И здесь, как и в прошлом году, у нас будет два шампуня-бальзама. Здесь у нас один шампунь-бальзам – это интенсивное питание, и второй шампунь-бальзам – это зимняя защита. И также у нас будет два геля для душа. Это у нас персиковый джем и нежный йогурт. Запахи очень приятные, очень вкусные. Такие, знаете, которые очень хорошо воспринимаются именно в зимний период. Такие теплые, сладкие ароматы. Здесь также у нас будет два крема для рук. Это интенсивное питание и бережная защита. Тоже рекомендую, если вы не выбрали, например, зиму, то возьмите вот эти крема обязательно. То есть вы интенсивную защиту наносите тогда, когда выходите из дома, а интенсивное питание вы наносите, когда уже пришли домой, и в течение всего дня вы можете использовать этот крем. Также у нас жемчуг для ванны. Ну, по-русски говоря, это у нас соль для ванны. Но здесь, если вы потрогаете вот этот пакетик, вы почувствуете там, как будто бы внутри жемчужины. И будет этот жемчуг для ванны с ароматом ванильного мороженого. И еще посмотрите, какая прелесть. Такая вот замечательная елочка с логотипом Faberlic. Такие средства будут замечательным подарком для ваших близких. Поэтому давайте готовиться к Новому году заранее, чтобы Новый год не наступил у нас неожиданно. Вся эта серия у нас находится также в начале 16-го каталога на странице 6 и на странице 7.
Дорогие друзья, у нас вот еще такая новинка 3+. Здесь у нас три продукта. Это шампунь-гель 2 в одном с блесками. Обратите внимание, как там все сияет, блистает. Очень красивый и очень вкусно пахнет. Он у нас таким ароматом цитруса. Здесь у нас гель для душа, здесь у нас аромат ягод, клубники. И вот этот вот у нас еще шампунь-бальзам 2 в одном. Он у нас пахнет такими ягодками черника, черничный какой-то пирог. Вот. Очень вкусные ароматы, очень приятно пахнут. И объем у этих гелей 200 мл. И хочу вам еще показать, у нас 25-й год, это год у нас змеи. И что же сделать, какой символический подарок можно сделать для своих близких, может быть, коллег, такой символический и очень вкусный. Можно подарить вот такое мыло. Мыло также идет у нас 3+, и пахнет фантастически, просто вот, знаете, зеленым яблоком. Такое ощущение, что просто вот оно, зеленое яблоко у вас в руках, настоящий аромат яблока. Очень вкусно. Прямо вот рекомендую купить это мыло для всех ваших друзей, знакомых, родственников. Еще у нас вот такая вот новиночка. Это у нас такой бурлящий шарик для ванной. В каждом таком шарике можно будет найти игрушку. То есть вы кидаете бурлящий шарик в ванну, бомбочка у вас растворяется. И когда она растворится, то остается игрушка. Представляете, как классно будет ребенку наблюдать, как растворяется эта бомбочка, и наблюдать, какая же будет там игрушка. То есть это будет такой подарок, сюрприз. Сейчас покажу, какие там игрушки будут. И вот такой вот у нас еще универсальный крем «Лови момент», также 3+. Пожалуйста, можно купить вашим ребятишкам и пользоваться с удовольствием. Тоже мазать те места, которые требуют особого ухода. Посмотрите, какие у нас будут подарки, сюрпризы в каждом шарике. На странице 9 вы сможете найти эти две новинки. И вот такие вот замечательные гели для душа новогодние вместе с мылом вы можете увидеть на странице 8. Как всегда, компания Faberlic у нас выпускает обязательно кружку с символом следующего года. Кружка у нас из фарфора. Еще, к сожалению, она у меня не пришла, я ее заказала. В скором времени она у меня уже будет здесь в офисе, и я вам про нее расскажу. И здесь у нас еще будет такая вот стеклянная дощечка. Посмотрите, какая классная доска. Очень интересный дизайн с красивой вот такой картинкой. И будет вот такой магнитик. Магнитик я уже получила. Я хочу вам его показать. Хочу сказать, что магнитик очень качественный. Он у нас выполнен из стекла. Посмотрите, он такой мощный, такой достаточно толстый. И сзади у нас вот такой вот магнит. На страницах 12-13 вы найдете вот такие аксессуары, тоже с новогодними мотивами. Посмотрите, здесь у нас набор прихваток, кухонное полотенце и вот такой замечательный фартук. Это все у нас 100% хлопок. А здесь также вы можете найти у нас посуду, красивая посуда. Все очень у нас лаконично, просто белый такой красивый цвет. Также у нас есть коврик для сервировки. Я себе его заказала, я про него расскажу чуть позже. Еще у нас на странице 16 вы увидите такую скатерть. Я себе тоже ее заказала и тоже расскажу про нее немножко позже. Вот такие у нас салатники. И посмотрите, какая красивая чайная пара. Ну, разве это не прекрасный подарок для ваших близких? Если вы не знаете, что подарить, вы можете купить такую чайную пару и сделать замечательный подарок. Также у нас будут носочки, тоже отличнейший подарок. Носков много не бывает. И я хочу вам показать еще новинки из декоративной косметики. Здесь у нас такая вот палетка теней для век. В прошлом году у нас тоже была выпущена такая палетка. Ну, она была не такая, конечно, она немножко отличается по цвету и по дизайну, но тоже там было очень много блесток, очень классный пигмент. И вы знаете, самая, наверное, лучшая палетка для того, чтобы сделать классный, блестящий новогодний макияж. Еще у нас новинки декоративной косметики. К сожалению, это мне еще не пришло. На следующей неделе я жду поступления и отдельно расскажу прям вот вам про эти все декоративные новинки. Очень жду с нетерпением. Про них будет отдельное видео. Итак, переходим к моей одной из любимых рубрик. Это парфюмы.
наши любимые парфюмы для женщин. Очень люблю парфюмы наши и с удовольствием их всегда продаю. Посмотрите, какие красивые у нас парфюмы выходят в следующем каталоге. Вот этот вот аромат у нас тренди. Здесь у нас входит личи, магнолия и кашемир. Аромат трики. Сюда у нас входит апельсин, малина и фейхоа. И третий у нас аромат – это гоу. Сюда у нас входит бергамот, зеленый чай и жасмин. Все эти ароматы вы можете найти на странице 65. Цена у них в каталоге всего 349 рублей. И объем каждой бутылочки 25 мл. Вы знаете, у нас в офисе уже эти новинки стоят пару дней. И я хочу сказать, что очень хорошие отзывы от наших консультантов. Но больше всех нравится людям вот этот вот желтенький аромат. И мне он тоже очень понравился, я оставляю его себе. Так, друзья, если те ароматы у нас были больше такие молодежные, то вот этот аромат у нас довольно такой сложный, интересный, очень неоднозначный. И у многих консультантов и клиентов он вызвал прямо, знаете, такой восторг. Это у нас Фейрик Мадемуазель. Здесь у нас входят такие ноты, как мандарин, амбра и ветивер. Очень интересный аромат. Рекомендую заказать пробник. Артикул пробника будет в видео. Аромат очень интересный, солидный для такой интересной женщины. Вы его сможете найти в 16-м каталоге на странице 67. На 69 вы найдете Фейрик Сенсуэль, который у нас является хитом продаж. И у нас Фейрик Сенсуэль будет в новом дизайне, и будет он со скидкой. Поэтому, если вы еще тоже не знаете этот аромат, вы его не пробовали, то обязательно закажите пробник. Артикул пробника 3412. Здесь у нас входит жасмин, шоколад, корица. Я уже в компании очень давно, и вы знаете, вот этот аромат, наверное, самый продаваемый из всех ароматов, которые есть в компании. Дорогие наши красавицы, обратите внимание, на странице 104 у нас появился, еще раз появился у нас набор по уходу за лицом для очищения и массажа лица. У нас такой набор был, он у меня есть, я им пользуюсь очень активно, мне он очень нравится. Посмотрите, здесь у нас несколько насадок. Рекомендую тоже, если вы не жалеете времени для ухода за своим лицом, обязательно приобретайте вот такой набор. Цена у него 1499 рублей. И здесь же на этой же страничке вы увидите новые, обновленные такие два средства. Это у нас мицеллярная вода для разных типов кожи. Здесь у нас вот эта мицеллярная вода разработана специально для жирной и комбинированной кожи. И второй вариант у нас подходит для всех типов кожи. Поэтому, друзья, обратите внимание обязательно на эту мицеллярную воду. Дорогие друзья, на странице 121 вы найдете вот такие классные масочки по корейским таким интересным технологиям, по корейскому примеру. Посмотрите, такая вот у вас тканевая масочка будет вот в таком виде, и вот вторая тканевая масочка будет вот такая. Вот они у меня тут в упаковке. Посмотрите, одна у нас панда, другая котик. Отличный подарок, друзья, для ваших близких. Посмотрите, какая красота. Про них я тоже обязательно расскажу еще отдельно, потому что они заслуживают отдельного внимания. В 15-м каталоге на странице 153 вы найдете интенсивный осветитель для волос. Это у нас новинка. Посмотрите, насколько хорошо осветлитель осветляет волосы, то есть до 8 тонов. Если вы желаете дома поменять цвет волос, то можно обратить внимание вот на этот осветлитель. Если вы решаете менять цвет волос именно в сторону блонда. Я сама вот этим вот осветлителем не осветляла волосы. Осветляла я тоже нашим осветлителем, но другим. То есть у нас был блондекс, и он прекрасно справился с поставленной задачей. Два осветления я осветлила из темного цвета в светлый. Так что
Пробуйте, рекомендую. Но если, опять же, вы не уверены в состоянии своих волос, если ваши волосы повреждены очень сильно, вы переживаете, что вы, может быть, не проконтролируете этот процесс осветления, тогда, конечно, лучше идти к парикмахеру и осветляться в парикмахерской. Но если вы знаете свои волосы, если вы уверены в себе, то обязательно обратите внимание на этот интенсивный осветлитель. Я сама крашу волосы только нашей краской уже много лет и очень довольна. Обязательно обратите внимание, что на странице 159 будет вот такой лак для волос с блесками. Я его заказала, но он тоже придет у меня только на следующей неделе. Обратите внимание, что лака лимитированный выпуск, поэтому если он вам сильно нужен, то его нужно заказывать уже сейчас. И вот такой вот у нас гель для укладки волос, сильная фиксация, он у меня уже есть. Вот, посмотрите, вот в такой вот он идет у нас бутылочке. Здесь у нас объем 75 миллилитров. Еще не пробовала, не знаю, но я думаю, что будет отличного качества. Девочки, дорогие, наконец-то у нас появилась пена для бритья для женщин. Посмотрите, вот так вот она у нас выглядит. Вот такая она у нас пенка с экстрактом орхидеи. Наконец-то мы с вами дождались этого. И ее объем 200 миллилитров. В составе у нее алоэ вера, которая успокаивает и увлажняет кожу. И сейчас как раз эта пена, как новинка, идет со скидкой минус 40%. Так что, дорогие девчонки, заказывайте. Еще одна новинка на странице 195. Это у нас спрей-антиперспирант для ног. Рекомендую всем приобретать, у кого повышенная потливость, у кого есть запах неприятный на стопах, обязательно покупайте. Длительное действие. Вообще вся вот эта серия с плюсиком, она вся обладает у нас лечебным свойством, очень хорошего, высокого качества. Качество аптечное, можно так сказать. Поэтому если у вас или у ваших близких есть какая-то такая вот проблема, когда у вас присутствует запах неприятный на ногах, сильно потеют ноги, то прямо рекомендую обратить внимание на вот этот вот спрей-антиперспирант. Дорогие мамочки, таких вот модниц и красавиц на странице 198-199 вы найдете вот такие замечательные новинки. Это у нас детская ароматическая вода для волос. Хочу вам ее показать. С приятным таким клубничным ароматом. Красивая такая кошечка здесь у нас нарисована. Ароматическая водичка у нас содержит блестки. Они дарят такое, знаете, деликатное мерцание. Ароматическая водичка мгновенно освежает и увлажняет кожу. Я думаю, ваши девочки останутся довольными. И еще посмотрите, вот такая вот у нас новинка. Это у нас набор бальзамов для губ «Звездочки». Вот такой вот упаковки они у нас приходят. В каждой вот такой звездочке там есть у нас бальзамчик. Текстура у бальзамчиков гелевая с нежным ароматом любимых праздничных конфет. И еще посмотрите, вот такие вот у нас новинки, палетки у нас с тенями. И вот такая вот будет заколочка. Хотела вам ее показать, но у меня ее уже, представляете, купили. Поэтому красивая заколочка, очень ярко вот эти вот алмазики сверкают. Она небольшого размера, длина ее всего 4 сантиметра, высота короны 2,5 сантиметра. Но она очень интересная, знаете, такой вот будет необычный и классный аксессуар для ваших маленьких принцесс. Дорогие хозяюшки, на странице 235 вы найдете набор вот таких контейнеров. Я себе заказала все контейнеры, сейчас я покажу один пока. Я про них отдельно вам сниму видео, потому что они, ну реально, они заслуживают вашего внимания. Они такие классные, они такие мощные. Посмотрите. Хочу показать вам вот этот контейнер, насколько у него прям такой хороший пластик. Посмотрите, они у нас подходят для заморозки и для микроволновой печи. Очень хорошие у них крышечки. Прям хорошо они так плотно закрывают. Вот видите, все, все, вообще отличные, отличные контейнеры. Обязательно следите за моими видео, я про них расскажу отдельно в отдельном видео.
Друзья, еще одна моя обожаемая рубрика, я думаю, и многих из вас, это косметика для дома. Посмотрите, какая красота у нас появляется тоже в 16-м каталоге. С таким интересным, свежим ароматом и название «Волшебный момент». Вы знаете, на самом деле, когда мы все тут пробовали, нюхали, да, вот эту вот серию, нам и правда показалось, что что-то такое уютное, домашнее. В этих средствах вы почувствуете аромат с гурманскими нотами ванили и сладким послевкусием карамели. Сейчас у меня на данный момент вот такие вот три продукта. Это средство для мытья посуды, это ультракондиционер для белья и мыло для кухни. Но это еще не все, что есть в этой серии. Здесь у нас будет еще вот такой вот освежитель воздуха. Его, к сожалению, в наличии не было, тоже заказала, придет только на следующей неделе. Расхватывают наши VIP-ы новинки просто, наверное, огромными партиями, ну, как и я сама, не буду лукавить. И вот такая вот еще у нас одна новиночка, это у нас ароматизатор для шкафов. Вот с такой вот у нас вешалкой. Ароматизацию заявлено до 30 дней, ну да, примерно столько времени ароматизаторы будут у вас работать. Ну, я так считала, где-то примерно полтора месяца. И можно, в принципе, уже выбрасывать, потому что аромата не будет. Так что, если вы хотите освежить вашу одежду, ваш шкаф, то обязательно покупайте вот такие вот ароматизаторы. Дорогие девочки, у нас еще будет вот такая вот обновленная серия коллекции белья. Это у нас белье Spacer, но это уже будет у нас белье Spacer с кружевом. У меня есть уже из этой коллекции бюстгальтер, я им очень довольна, я его очень люблю, но он без кружева, он просто обычный, простой, вы знаете, на каждый день очень удобный, он не содержит никакого поролона, в нем очень комфортно себя чувствуешь. И я уже на эти бюстгальтеры, я на них уже тоже обратила внимание, и как только я себе их закажу, я вам про них обязательно расскажу тоже. Еще обратите внимание, что на последних страничках у нас будут аксессуары к зимнему уже периоду. Здесь у нас есть различные головные уборы, здесь у нас есть и варежки даже вот такие, и такие вот береточки. Посмотрите, очень интересные такие варианты. Вот такие вот шапки-ушанки мне очень понравились, обязательно закажу. Кстати, вот эти все вещи, они у нас подлежат примерке. Вы можете их вернуть, если вдруг они вам не подошли, по функции примерки. Примерка – это значит, что вы заказываете и оплачиваете только то, что вам подошло. Посмотрите, какая тоже интересная шляпа трикотажная. Вот такой вот, кстати, горлышко тоже у меня такое есть. Очень удобно. Если вы не любите сильно вещи с горлом носить, то всегда можете купить вот такой воротник на молнии. Вот такие вот беретки интересные. Так что есть из чего выбрать. Дорогие консультанты и новички, которые хотят присоединиться в компанию Faberlic в 16-м каталоге, это будет очень-очень выгодно. Прямо вот всем рекомендую, тем, кто еще не в компании. Посмотрите, какой шикарный у нас подарок. За ваш заказ от 1500 рублей, если вы его оформляете с 28 октября по 17 ноября, оплачиваете его в этот же период, то с 18 ноября в следующем каталоге, при следующем заказе от 1000 рублей, вы получаете вот такую вот сыворотку. Сыворотку просто шикарнейшую. Цена такой сыворотки больше 1000 рублей в каталоге. И вот такую вот золотую маску. Ребят, это просто шикарный, шикарный подарок. Если вы еще не в компании, пишите мне в комментариях, в личное сообщение. Я вам сброшу ссылку для быстрой регистрации. Итак, друзья, восторгу просто у меня нет предела. Я восторгаюсь вот этим шикарным каталогом. Смотрите, изучайте, планируйте свои покупки. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите мне их в комментариях. Если вдруг вы уже попробовали новинки, вперед, обязательно пишите свои отзывы. Я с удовольствием от вас их услышу. Всем спасибо за просмотр и всего хорошего.